Привет. Привет. Слушай, у меня в машине такая страшная штука. Да. Я когда еду, там такое ощущение, что из мотора кто-то визжит так громко. И ты когда даешь на газ, то есть даешь газ, эти звуки меняются, да? Да, они там погромче, как-то вот странно, не так, да. Смотри, причина этого может быть ремень, который изнашивается. Когда он изнашивается, вот он превращается вот в такое вот, понимаешь? А что делать? Вот у меня такой ремень есть. Смотри, если его не поменять вовремя, то он может порваться, и тебе придется брать свои колготки и ставить вместо ремня. А если у меня нет, у меня чулки есть, подойдут? Чулки тоже подойдут. Будет хорошо. Окей. Смотри, если звуки, которые ты слышишь, они еще сопровождаются вибрациями, да? То это вообще опасное дело. Это может быть подшипники, которые разбились там при вращении. Что делать? Тогда нужно ехать в наш гараж для проверки. Ой, а вы можете мою машинку проверить? Мы уже проверили. Ой, Валентин, спасибо большое. Все так здорово сделали, все так красиво. Спасибо, если что, звони. Ой. А какой номер телефона? Я все время теряю. Подождите сейчас, минуточку, да. 052. 052. 819. 819. 54. 64. 72. 72. 052. 819. 64. 72. Да, да. Мне телефон звонит, извините. Узак Диви Мотор слушаем. Ой, извините, это я случайно нажала. Все, всего доброго. Спасибо, до свидания. Всего доброго.